Всем привет! С вами магистр Майя и магистр... Да, сегодня мы будем делать эксперименты с вакуумом. Мы будем откачивать воздух вот из этих... Как называется это, дочур? Что это такое? Зефирки. Да? И из большой колбаски. Так, для этого нам понадобится насос Комовского. Это вакуумный насос, который откачивает воздух, и он же может нагнетать воздух. Но сегодня мы будем с вакуумом делать эксперименты. И тарелка вакуумная. Открываем ее аккуратно. Она смазана. О! Так, открывай. Теперь, дочур, укладывай сюда мармеладки наши. Мармеладки, шоколадки. Укладывай. Будем сейчас опыты делать, давай. Ой, смотри, какая колбаска большая. Папа ее ам. Маленька, ам. Во, колбаска какая. Колбаска. Так, берем. Закладывай сюда, Маюш, давай. Молодец. Закладывай колбаску. Будем колбаску сюда? А колбаску не будем? Давай половинку колбаски. А половинку ты будешь кушать, да что, будем? Давай, держи. Нет, Маюш, аккуратненько, а то здесь все закрывать. Будем. Будем? Давай колбаску уложим. Не будем колбаску? Давай половинку. Половинку колбаски. Давай, папа, отрежет. Половинку ты себе возьмешь. Вот. А, ты вот эту будешь, да? А вот эту сюда, давай. Хорошо. Так, половину колбаски уложили. И закрываем. Давай, дочур, держи сверху. Сверху, солнышко. Да, придержи вот так сверху, надави немножко. Надавишь, давай? Умница, спасибо, моя девочка, моя помощница. Это магистр Майя. Она всегда папе помогает. А мы начинаем работать. Да, крепит, дочур? Уже присосала бутылочку? А мы начинаем аккуратненько откачивать воздух. Ой, пальчик сейчас грязный будет. Грязный? Да. Доченька, смотри, растет? Растет? Растут зефирки? Да. Зефирки растут? Давай смотреть. Эксперименты должны быть веселые и... познавательные. Кака. Кака? А зачем мы каку кушаем? Маечка будет? Давай, дочур, давай. И... ой. Крутим. Давай. Молодец, моя доченька. Перекрыли доступ воздуха. И теперь открываем. Уа! Накачали как? Опа! Теперь, доченька, готова? Да, готова! Готова? Давай! Ой! Ой! А что с зефирками нашими превратилось? Доченька, смотри! Супер! Вот это эксперимент! Так, смотрим! Смотри, дочур, доставай зефирку. Ой, колбаска какая. Во, какая была зефирка. И вот что с ней стало. После нашего эксперимента с вакуумом. Весь воздух, который в ней был, ушел. А с вами была магистр Майя и магистр... Да, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем пока, всем пока.